Сейчас хочу вам показать интересный такой вот легенький очень вариант. Четыре варианта у нас будет. У нас будет непосредственно подсказки ангелов. Сюда я включила и архангелы, и ангелы, и магические врата Денис Лин, там где аффирмации очень классные. И еще что-то еще, сейчас посмотрим. Ага, и послание феи. То есть ваша задача какая? Вы сейчас, пожалуйста, выбираете непосредственно циферку от 1 до 4. У нас тут есть зелененький ангелочек, красненький, голубенький и черненький. Закрывайте глаза, можете сформулировать какой-то запрос, что вы хотите услышать от ангелов, какую подсказку, по какой тематике. И сейчас мы будем все это смотреть. Так, поехали. Первое у нас единички. Мы сейчас будем смотреть, что же у нас. Смотрите, у нас рог изобилия. Чтобы исправить возникшую финансовую ситуацию, перестаньте думать о деньгах. Мы научим вас тому, как достичь изобилия. Если мы будем работать сообща, ваше финансовое положение улучшится настолько быстро, насколько вы сами позволите. Ну, отличная карта вообще, одна из самых прекрасных. Теперь, что нам говорят феи? Ага, послание феи нам говорят о здоровом питании. Улучшите питание, и жизнь изменится. Какая аффирмация подходит? Магические врата. Карта называется «Сама прими то, что есть». И сама аффирмация «Я принимаю и обнимаю свое внутреннее величие». То есть вы, пожалуйста, и повторяйте, и это позволит еще больше вам достичь результата вашей деятельности в любой. И последняя карта, которую я приготовила, это у нас карта подсказки архангелов, карта лидерства. Настало время занять высокий пост и с любовью руководить людьми. Вот такой у нас был интересный первый вариант. Сейчас мы его положим. И сейчас будем смотреть вариант номер два. Что же нам говорят ангелы, архангелы? Сейчас мы посмотрим двоечек. Вот такой у нас легенький сегодня раскладик. Угу. Карта у нас называется «Отдавайте и получайте». Ваше дыхание, так же, как и вся Вселенная, подчинено принципу цикличности. Только выдыхая, отдавая, или только вдыхая, получая, вы выпадаете из ритма Вселенной. А для достижения оптимального здоровья и энергетического баланса необходимо каждый вдох компенсировать выдохом. Это у нас была подсказка ангелов. Сейчас мы посмотрим послание феи. Феи нам говорят, деловой риск, поверьте в новую бизнес-идею или карьерную возможность и ухватитесь за нее. Вот такая интересная у нас послание феи. И сейчас магические врата Денис Лис. Какая аффирмация вам подходит? Карта называется «Внутренний свет». «Мой свет озаряет мир». Вы, пожалуйста, эту аффирмацию повторяйте, и она позволит вам достичь еще большего успеха. И подсказка архангела. Что нам говорят архангелы? Они говорят преодоление трудностей, что худшее для вас теперь позади, и все прежние преграды уже преодолены. Вот такие у нас были двоечки. Очень интересно. Сейчас мы дойдем и до троечек. Троечки у нас голубенький ангелочек. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Так, ангелы говорят, тревожиться не о чем. Вы в безопасности, божественное провидение и вселенский порядок полностью контролируют положение. Привносите в эту ситуацию только добрые мысли и чувства, чтобы обеспечить наилучший выход. Такая интересная формулировка. Теперь что у нас говорят? Послание феи. Сила цветов. Проводите время среди цветов и их ароматов, чтобы усилить свои целительские способности. Ну, тоже очень интересно. И посмотрим сейчас аффирмации. Ой, какая хорошая. Карта называется «Радуйся жизни». Меня переполняет детская жизнерадостность. Вот такая вот аффирмация классная. И подсказка архангелов для троечек. Ангельская терапия, что нам говорят? Предоставьте свои заботы и тревоги нам, ангелам, и позвольте нести ваше бремя. Ну, в общем, радоваться жизни, да. И
проводить время возле цветов. То есть тревожиться не о чем, если какой-то вопрос вас волновал, то не переживайте, ангелы обязательно помогут. Так, еще четверочки у нас остались. Это темно-синий ангелочек. Сейчас мы посмотрим, что у нас по четверочкам. Тайная благодать. То, что кажется проблемой, на самом деле является ответом на ваши молитвы. Причины возникшей ситуации вы поймете, когда все закончится. Доверьтесь защите и бесконечной мудрости небес, которые всегда отвечают на ваши молитвы наилучшим путем. Так, и что нам говорят феи? Феи говорят, расслабьтесь, и все получится. Не пытайтесь держать все под контролем, и перед вами распахнутся все двери. Вот как интересно. И сердечко нужно открыть для любви. Откройся любви. Нужно говорить аффирмацию «Мое сердце открыто». И послание архангелов. Что нам говорят архангелы? Внутренний мир. Постарайтесь успокоиться, создавайте умиротворяющую обстановку и окружите себя благоприятными в общении людьми. Да, нужно заботиться о внутреннем мире, это 100%. Вот такие у нас были 4 варианта, такие вот подсказочки от ангелов, архангелов, послания феи и магические врата у нас были аффирмации Денис Лин. Все, я вас благодарю за просмотр, ставьте лайки, подпишитесь на мой канал, будет очень много интересного, очень много полезного. Буду очень благодарна за комментарии, за вашу обратную связь. Всем спасибо большое.